Правда у каждого своя. Вот это факт, а вон две интерпретации факта. А реальность недоступна. Есть еще хороший пример. Два насекомых, они живут в одной реальности, но каждый в персональной действительности. Пчела, она видит цветы и благоухания через свои фильтры. Муха, а муха видит свое. Есть хорошая притча, в последние несколько недель я ее постоянно рассказываю, потому что она мне нравится, она меня забавляет. Когда у отца сыновья подрастают, и когда им должно было бы использоваться 12 лет исполниться, а они два брата-близнеца. Но о них отличается только одно. Один абсолютный пессимист, другой абсолютный оптимист. И он думает, я им на день рождения преподнесу некоторый урок. Ну и так как он не был стеснен в средствах абсолютно, он решил пессимисту подарить... Она создает всю результативность вашей жизни.